Всем доброе утро, новая каховочка. Сегодня 13 мая 2021 год. У нас появилась новая панорама новой каховки. Отображены основные объекты нашего города. Вот такая красотень. С утра солнышко встало, птицы поют, все цветет, город утопает в цветах сирени и ее запахах. Каштаны расцвели на полную. Даже не представляете, как сейчас красиво на Днепровском проспекте, особенно в парке, как птицы поют. Утро, воздух свежий. Все сделано. Такая красотища. Еще будет красивее, когда на клумбах зацветут цветы. Видите, у летнего такое, где круг, где солнышко. Там дальше у нас летний кинотеатр. Один из лучей солнышко ведет прямо на летний. Жалко, что палатка вот это перекрывает. Но есть люди, которым это все позволено. Улица Пионерская. Теперь Затишная. Наконец-то расцвели каштаны. Аллея каштанов. Да, в 80-х, 90-х еще годах действительно улица была затишная. То летом очень жарко было, температура, зной. Люди на рыбалочках шли по улице Пионерской, везде был тенек. Но после зачистки деревьев уже такого, уже она не совсем затишная. Вот только аллейка каштанов осталась, там где хороший тенечек. Моя любимая черемуха цветет. Это поздняя, некоторые уже подцветались. Это у нас на территории второй школы. Подхожу к пристани по аллейке от третьей школы. Летом, когда жарища, как здесь хорошо пройтись, такой туйками прикрытой крыши. Красота. Остановка пристань. Анненька с утра. Памятник великой, героям великой и гражданской войн. Все, все на месте пока. Вот там сама пристань и Днепр уже видно. Плавно даже немножко. Вот мы. Памятник Шевченко с утра. Сирень. Как пахнет. Молодой дядя в центре города лечит каштанчик. Спрятался. Давай, давай, ищи. Сейчас покуда диагноз поставит. Это уже пух начал падать.
Сьогодні чудна природа. Дніпр спокійний, спокійний. Рибаки появились. Селедочка почала ловитися. Что-то он там тянет. Длинная какая-то. Ну и что там? Нифига себе. Он подергивает. Все равно рыбаков маловато. Но она плохо ловится. Вот мелкая селедка. Так, у нас по берегу такие вот живописные места. Дерево много лет уже вот так к воде наклонилось. Рыбачок. Взят рыбу на крючок. Вот и белочка на Днепр прибежала. Красавица. А то... Думаю, чего они каркают. Тут вот ребенок их не затерялся. Да я не трону вашего ребеночка. Как они беспокоятся за него. Он сидит себе спокойно. Да не трогай, не трогай. Солнце уже встало, пора бежать на работу. Сегодня пятница, впереди выходные. Не-не. Да тут каркает, там этот маленький вороненок сидит. Они увидели, что я подошел, теперь бегает за мной, летает. Да все, он сидит на месте, идите. В парке славы тишина и спокойствие. Утречко после 9 мая. Так сейчас цветы куда-то исчезли. Памятника веночки лежат на могилках стройными рядами. Ремонт продолжается. Дошел на улицу гидростроителей. Впервые вижу такую табличку осталось. Смотрите. Улица Молотова. Нифига себе.